Ну что, друзья, в этот раз нет абсолютно никаких сомнений в том, что вы меня узнаете. Это же я, токсичный Пандос Фиксович. И сегодня мы вместе с вами соберем самый токсичный состав в этой игре. Речь идет не про этих ребят. У нас ведь новая промо, которая называется Radioactive. Сейчас только глотну своего радиоактивного напитка. Секундочку. Нормально вообще? Так, ребята, напиток оказался слишком токсичным. Я хотел поставить его, но чуть-чуть разъебал. Так, надо немножко поумерить пыл своей токсичности. В это тяжело поверить, но я окончательно с ума схожу с этими образами. Я сегодня полдня проходил, чтобы найти токсичную кофту. Вот такой вот шикарный парик. И все ради того, чтобы записать для вас геймплейный ролик. Вот скажите, что со мной не так? Я реально сумасшедший? Так, друзья, у нас скоро выходит праздничное обновление. Говорят, будет зимнее оформление с эффектами снега. Вау. Ребята, круто? 94 новых игрока. Пофиксят финессы. Так, короче, ребята, я думаю, что хватит с меня парика этого. Блин, какая полоска у меня на башке осталась. Давненько не было у нас полноценных геймплейных роликов. И я решил, почему бы вот таким вот образом не развлечь себя. Ну и перед тем, как мы продолжим, друзья, напомню вам о моих спонсорах. Это мои отличные друзья из компании Пари, которые поддерживают каждый мой видеоролик. У них на сайте вы можете найти множество спортивных дисциплин, начиная от футбола, заканчивая киберспортом. У них есть удобнейшее мобильное приложение. А если вы еще пройдете верификацию до конца, получите шикарный бонус. Фрибет на косарь. Ссылка в закрепленном комментарии. А если вам нужна EAFC, новые игры различные, подписчики, там, я не знаю, FIFA Point, может, вы хотите купить. Все это добро вы также найдете по ссылочке в описании в моем личном магазине. Всем приятных покупок. Начну представлять свой токсичный состав на сегодняшний видеоролик. Начнем с защиты. На позиции правого защитника Мазрауи за 229 тысяч приобрел эту карточку. На позиции ЛЗшника Александр Зинченко с ракеткой Скороход Плюс. Ребята, два центральных защитника Шкриньяр и Гвардиол. По статкам они плюс-минус похожи, но одного купил за 170 тысяч, второго собрал в СБЧ. Бля, я не знаю, случайно ли это они сделали, но ощущение, как будто это два брата-близнеца. Переходим к центру поля, ребята. Следующий токсичный игрок в нашем составе — это Кайседо, собранный в СБЧ. Конечно, есть сомнения, что этой карточкой буду играть. Ну, в дальнейшем, как бы, сейчас-то я за него поиграю. Имеет кучу талантов, будем тестировать. Н'Голо Канте куплен практически за миллион. Сомневаюсь, что он стоит этих денег, но затестируем. Защита хорошая, физуха никакая, пейс подняли до 80. Луиш Нани, ребята, почему вот ему не дали пятерку на финтах? Ну объясните, было бы красиво, 5 плюс 5. Но, к сожалению, 4 на 5, но при этом статки довольно-таки прикольные. А вот следующий игрок в нашем составе вполне себе может похвастаться тем, что имеет 5 плюс 5. Это Хвича Кварацхелия, стоит 646 тысяч. Ух, сколько же я на комиссии проебу в этом видеоролике. На позиции ЛПшника у нас будет бегать за, у него тоже 5 звезд на финтах, ну и форвард Абуми Янг. Собственно, ребята, вот таким вот образом выглядит наш токсичный склад. Я знаю, что там есть Бензема, там есть Месси, но у них статы там плюс 1, плюс 2, и переплачивают какие-то сумасшедшие деньги за какие-то копеечки. Ну, я смотрю и просто охреневаю, кто вот в здравом уме будет переплачивать за Месси, там плюс 2 к пасам, плюс 1 к скорости. Вы сумасшедшие, реально. В целом, как бы я тут постарался миксануть как и СБЧ-шные карточки, так и интересные, но дорогие, опять же, вот как Канте, Хвича. Ну и также есть бюджетные бисты по типу Заа и Нани. Ну и вы видите, что не хватает одной позиции в нашем составе, это позиция голкипера, собственно. В чем прикол этих карточек? Они по умолчанию идут на двоечки сыгранности. Закидывайте голкипера, и вуаля, сыгранность 33 из 33. Ну и на заметке тут всякие бичи собрались, которые, может быть, выйдут побегать. В самом матче схема 4-4-2, я пошел нестандартно. Стандартным образом я пихнул Абубу на правый фланг, а Хвичу и Нани поставил в атаку. Идем, естественно, в самый токсичный режим, это Викинг-лига, точнее ее отборы. Я искал себе токсичную форму подобного цвета, но так и не нашел, поэтому будем играть в новогодний. Так, это первый состав на сегодня. А что на поле за дерьмо лежит? Вы тоже это видите? Так, окей, у него Абуба в атаке бегает. Так, ну что, поехали, наш токсичный состав сейчас будет разъебывать, я надеюсь. Так, Абуба, нихуя он тут с центра поля пробегает. Ладно. Так, я думал, я играть научился. Тут, блядь, 17-16 побед делаю в Викинг-лиге. Тут, здравствуйте, в первой же атаке так легко Абумьянг проходит. У меня тоже есть Абумьянг, но он почему-то не прошел. Что за начало такое непонятное? Почему у меня игроки все такие медленные? Блядь, что за начало, ребята? Так, подождите, мне надо проснуться. Я что, не выспался, что ли? Что происходит?
Пиздец, 2-0. Так, меня горячие мячи отнимает. Просто, блядь, нападает как невероятный опорник. Блядь, а что происходит, ребята? Что происходит? Почему так все плохо? Так, Абуба бежит. Хорошо, я вижу Нани. Вон там Нани. И на нахуй, сука! Вот красивые голы не залетают, обидно. Так, Канте, хороший перехват. Ага, Мазрауи. Квича. Блять, ой. Но это не фол. Меня как бы отпиздил там Ван Ди Джукей. Да иди нахуй, блядь, с своими финтами. Сейчас да выебуешься, блядь, урод. Финтит, блядь. Сейчас, блядь, я тебе двушку забью, буду так, блядь, финтить, ты охуеешь. На! Ебучий Абумиянг, ну что за удар всратый? Так, ребята, ну я уже потихонечку перехватываю инициативу, соперник поплыл, я чувствую, ребята, как он поплыл. Сука, ты пиздец. Не, это какой-то рофл, ребята. Ну ладно, после 3-0 игра только начинается, подождите. Ух, хороший удар был. Так, ну давайте, ребята, один забьем, и игра пойдет, я вам отвечаю. На, сука, подвинул голкипера, блядь. Ну что за потный гандон мне достался в первом же матче. Опа, давай, Квича. Хорошо. Да ебать, как он в защите играет, ну я просто в ахуе. Сука! Блядь, что тебе пизда нахуй во втором тайме. Чувака 4 удара, 3 гола. Так, Канте, хороший пас на Квичу. Так. Просто какой нахуй Бернардо Сильва. Бля, как он заебал этим прессингом. Просто в десятером ко мне подходит и ебет меня. Горинча, ты заебал мою жизнь. Почему ебучий Горинча, блядь? Постоянно у меня мячи отбирает, блядь, нахуй. 1.50 футболист, блядь. Как топовый опорник играет, нахуй. Ебучая токсичная промо, все, блядь. Я превращаюсь в токсика, вы довольны, блядь? Что за потный хуй, блядь, в первом же матче мне встретился? Кто меня догоняет, блядь? Кто меня Ариса догоняет, блядь? Моего Хвичу, блядь. Блядь, что за говно нахуй, ебаное? Ну ты посмотри на этого гандона, блядь. Финтит еще. Блядь, братан, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Слыхал такую хуйню, блядь? Так, все, ебаем мощный прессинг. Хули нам остается, ребята. Давайте, один забьем, ребята. Игра пойдет. Бля, у него Горинча опять перехватывает. Постоянный прессинг хуярим. Че нам остается? Так, один есть, ребята. Один есть. Блять, ну отдай ты этот пас. Ладно, похуй, мой мяч. Канте. Да. Квича. Блять. Как потно, как тесно. Куда давать? Вот сюда. За. Да, блядь. Ну что за удар? 3 часа раскатывал. Пуки хочет выйти. Давайте Пуки выйдет. Бля, вот сейчас забить бы. Опа, тихо. Ну отбери мяч! Давай, Пуки! Свежий вышедший Пуки! На! Ну добей! На! Добью, бля, 86-я, 3-2, тихо, ребята. Нужны великие замены. Я просто, ребята, иду all-in, рандомных бомжей выпускаю. Так, 86-я, ребята. Надеюсь, соперник не засал и не будет сейчас тянуть время. Команда с характером. Вы же чувствуете это? Вы же чувствуете характер? В, побежал. Оп. Пуки, бля! Что за матч, ребята? Кто пиздел, блядь? Просто какие-то рандомные бомжи вышли и зарешали. Так, тихо. Так, подождите, давайте без вот такого прикола на последней минуте. Блядь, Горинча. Ёбаный. Откуда у тебя вообще Горинча, блядь? Блядь, это допы. Ёбаный стресс, блядь. Что за матч? Ребята, 3-0 горели. До 80 какой-то там минуты. Ебань. А что мне делать? У меня все игроки устали в защите. Пиздец. Так, все, ребята, отбой. Немножко садимся в защиту. Просто основа играла, нихуя не могли сделать. Вышел Пуки и просто всех выебал. Так, ну слушай, такому токсику можно и киков зарядить, да? А что, киков и контрить не умеем, братан? Что с ебалом? Что с ебалом, я тебя спрашиваю? Ответь на вопрос. Что с твоим ебалом, соперник? Каково тебе 3-0 вести, блядь? А чё ты встал? А чё ты не двигаешься? Братан, давай играй. Интересная игра.
3-0 выиграл, финтился там за своего ебучего Горинчу. Вот так вот, ребята, команда с характером, команда. Оп, Вэлла, а ты попробуй мяч отбери, а ты попробуй. А что такое? А что такое? А вот такое ты ожидал, братан? Ожидал? А вот такое ты ожидал? Аси, еще раз тебя качнуть. Так, я тоже, конечно, раньше времени выебываться начал. Матч-то еще не закончился, поэтому давайте. Без всяких преждевременных выебонов. Я сам себя успокаиваю. Так, Тимати В. А с каких пор он вообще ПЗшником стал? Я вот чуть момент этот проебал. Так, Канте. Оп. Пуки. Бля, как он в эти подкаты стелется уверенно. Я в ахуе. Так, В, хороший перехват. Блядь, ну перехватил. Ну почему к нему мяч отскакивает, сука? Блять, как ты заебался своим прессингом, ебучий твой случай. Так, Касилис, без хуйни, пожалуйста. Ну смотрите, он просто буквально на каждом сантиметре поля меня втроем прессингует. Что за первый матч, блять? Хотел почилить, собрал себе прикольный состав из токсиков. Тут сразу же вот такая хуйня мне встречается, как, блять? Так, все, надо успокоиться. Бля, ну по статистике я просто уничтожаю. У него, блядь, 4 удара, 3 гола. У меня 13 ударов, блядь. Давай, беги, В. Давай, беги, В. В бежит. Болл-ролл. Оп. Вот так. И вот так, блядь. Сучий шмехель, блядь. Как ты заебал? Почему он у меня так не играет? Мой шмехель играет просто как кусок говна. Его шмехель — это самый сильный голкипер в истории человечества. Дальше. Да, блядь. Да, блядь, ну как-нибудь. О, нет. О, нет, ребята. Ребята, двигаю. Хорошо, двинул. О-о-о! Давай, давай, давай. Все, братан. Отлетай, блядь, бомжара ебаный. Иди учись играть, блядь. Иди учись играть, блядь. 3-0 он выигрывает. Сосать, блядь, нахуй. Какой же кайф, какой же кайф. Ну, бля, ну за такой матч вы уже обязаны въебать лайк. Хуя, у него аккаунт с 2014 года. Ну, это какой-то задрот был явно. Но он просто не ожидал такого сопротивления. С 2014-го. Кто лучший игрок матча у меня? Пуки, блядь. Пуки, блядь, вышел и зарешал 1 плюс 1. Опять же, блядь, я проигрывал до 80-й минуты 3-0. Бля, ну вот здесь, конечно, гол красавец залетел, смотрите. Но тут, по идее, Ванди Джукей должен был выносить. Но он решил тут показать цирковые выступления какие-то, блядь. И просто в режиме афика улетел в ворота. Матч просто пушка. С вас жирный Лукас. Ну и бонусом, если вы досмотрите видос до конца, то в конце открою пак. Самый дорогой пак в магазине. И соберем еще пик на геройчика. Следующий соперник снова Абумьянг. Рабьё зеленый. Прокачанный, видимо. Так, ну что, полетели. Надеюсь, в этом матче начало будет не таким жутким, как в том. Опа, Хьюча. Хорошо, мяч отобрал. Абуба. Абуба крутится. Ну, блядь, дриблинг у него такой деревянненький довольно-таки. Что вам сказать, Хвичо хорош с мячом. Оп, оп. Что дальше? А вот ты такое ожидаешь, братан? Мне кажется, ух, ну. Ну нахуй, бля. Хотел красивый гол через себя забить, но получилось как получилось. Ну в целом я доволен. Собственно, как и за. Так, Хвичо, на Нани. Нани побежал своим пейсом, блять. Опа, дриблинг R1 и на нахуй. Найс, 2-0, ребята. Вот такое начало я люблю. Не, ну я даже рад, что такой сценарий был в первом матче, потому что, ну, бля, есть что вспомнить. Естественно, если бы я просто проебал 3-0, я так не базарил. И хорошо, что я не ливнул. У меня нет такой привычки, как у Гены Миллера, который после двух голов сразу ливает. От этого и такие сумасшедшие сценарии можно наблюдать в матчах. Так, Кайседу. Нани. На нахуй Файнеса. Хорош, слушайте, Нани гений. 3-0. И соперник ливает. А вот если бы ты не ливнул, возможно, ты бы закомбэчил так же, как я в прошлом матче, братан. Третий соперник на сегодня. Лукаку, Абумьянг, Балака он собрал. Бля, ну вот прям так и хочется за Нани пофинтить на пятерочку. Ну, сука. Так. И Гвардиол. На Мазрауи. Оп-оп. Проскочили. Покрутились. Дальше. Хвича. Хвича. На нахуй. На нахуй. Ну, как получилось, так получилось. Так, Нани. Нани, ну-ка, Файнес, попробуем. Ай. Так, Хвича. Хвича. Да. Ну, Хвича хорошо дриблится. Он, конечно, не супер ловкий, но в целом с дриблингом у него все в порядке. Ну, чекайте. На нахуй шведкой. Хорош, Хвича. Что за гений, ребята? Еще один редшкуит. Ребята, ну давайте поиграем, камон. Чего вы все ливаете? Так, ну что, этот соперник-то, я надеюсь, до конца доиграет. Так, Канте. Болл-ролл. Пас. Хвича. Хвича. На нахуй. Отлично.
Так, Холланд бежит, блядь. Я не знаю, какой это Холланд, я его состав не посмотрел. Возможно, ЛЧшный. Абуба на фланге, у него ебейший пейс, как вы видите, летит. Здесь делаем болл-ролл, здесь делаем вот так. Дальше. И Нани! Хорош. Вроде шведкой ударил, да? Так, Квича. Не, ну ты нормальный вообще. Ну, если не умеешь делать подкаты, нахуя ты их делаешь? Да, блядь, ну поиграйте со мной! Никто не хочет со мной играть, ребята. Этот ливает еще до начала матча. Реально какая-то токсичная команда, с которой никто не хочет играть. Так, Де Йонг, Беллингем, Кина прокачал, Родриго, Гризман, Салах. Старые знакомые. Так, ну что, полетели. Надеюсь, с этим соперником хотя бы мы немножко поиграем. Ну а нахуй, Абумьянг, 1-0. Так, Квича летит. Квича летит. Оп. Отходите. Оп. Дальше. Кайседу. Нахуй, я за него финчусь. Так, хорошо, Канте. Канте очень цепкий. Резкий. Абуба. Оп. Абуба. Сука. О, ребята. А здесь вот можно закрутить, кстати. Ну-ка. Накажем соперника. Бля, почти. Да можно мне в Телеграм не писать. Это еще не вам пишу. Бля, хватит мне написывать в Телеграм. Сука, я играю. Бля, ну вы издеваетесь. Как звук отключить? Ага. Будешь на районе у себя такими финтами, блядь, выебываться. Так, Нани. На Абумьянга. Бля, я не перестроил схему. Я думаю, что у меня Абумьянг в атаке бегает. Хотя, эксперимента ради. Ну а нахуй. Хотя бегай, знаешь, братан. И ты туда. Бля, да кто-нибудь поиграйте со мной, ребята. Что это такое? Чего все в ужасе ливают, ребята? Так, ну чё, 5-0 идем. Я не знаю, может это прикол, типа, Foot Champions именно ливать после 2-3 мячей. Потом, короче, доиграю. Пойдемте сейчас в Division Rivals. Ну, чуваку, видимо, очень повезло в сборочке с кумиром. Но есть ощущение, что здесь тоже сейчас будет какой-нибудь моментальный рыжкуть. На нахуй, бля, Абумьянг 1-0. Так, ну, я попробую сейчас красотулю сделать. Вот так вот даем. Кайседа принимает. Вряд ли у него хорошие удары. Ух, ебать! А у Кайседа реально такие удары? Я думаю, это прям вообще бич-опорник какой-то. Ну-ка, давайте еще раз попробуем. Ну, нахуй. Ну, в створ летело. Ой, хорошо. Ой, Кайседу. Блять. Квича. Оп, Квича. Квичу пытаются оттолкнуть. Нихуя не получается. Пас. А Бубич. На! Да что ж такое, не залетает, не хочет мяч залетать. Что же нам делать, ребята, когда не залетает? На! Блять! Сука! Ой-ой. Так, игра не рофлин до мной. Подкат века! Хорош, Гвардиол. Так. В одно. Ну я в одно давал час назад. А, ну ладно, я думал, офсайд будет. Так, 2-0, соперник не ливает. Смотрите, он хочет поиграть со мной. Наконец-таки достойный соперник. У него сон, сейчас он как Файнесом ударит. Может, не ударит. Так, ЗР1 идет. На нахуй. Ху-ху! Нормально. Игра на моей стороне. Ой, какой провал. Я не знаю, что делать. Никто не хочет со мной играть. Вы знаете, пошла нахер эта игра. Не хочу я в нее больше играть. Я обиделся. Я обиделся на своих соперников. Никто не хочет со мной играть. Все ливают после 2-0, 3-0. Так, ладно, давайте подведем итоги. Касильяс. Не знаю даже, что и сказать. В первом матче 3 гола пропустил и все. Дальше к моим воротам вообще никто подойти не смог. По защите. Непонятно, опять же. В первом матче трешечку пустил. Они просто играли как бомжи, а потом начали играть как боги. Хрен его знает. Кайседо. Ну, вроде прикольно. Там за свои копеечки играет нормально. Канте понравился. 2 ассиста отдал. Центр выгрызал. Он прям такой, знаете, цепной агрессивный пес был. Так, ну и в атаке Абуба. 6 матчей, 4 плюс 2. Хорошо несколько раз финишнул. У него есть, кстати, белый талант на Файнес. Не заметил его сразу. За, что-то забивал. 2 плюс 2, нормально. Карточка управляется прикольно. Нани впечатлил. 6 матчей, 5 плюс 1. Финишер он достойный. Хотя завершение всего лишь 82 на карточке. Но за свои там 60 тысяч. Бля, вот пятерку на финтах, опять же. Вот пятерку на финтах, и вообще красота была бы. Даже его пейс 85 чувствуется не таким плохим. Ну и Хвича. Хвича это вау. 3 плюс 3 за 6 матчей. Опять же, тут статистика была бы куда шикарнее, если бы мои соперники не ливали бы. То ли я играть научился, то ли все разучились разом играть. Я не знаю. То ли просто с подбором настолько везет, что я там по 16, по 17 побед делаю. Так, ну и напоследок, друзья. Давайте вскроем какой-нибудь один невероятный пак. Допустим, вот этот вот за 450 монет. Не знаю. Хочется открыть. А если хочется, надо открывать. Let's go. 450 тысяч, ребята.
Да ладно, тут нет токсика, серьезно? Да вы гоните, я не верю, блядь. Токсика нет в паке за 450 тысяч. Я в ахуе. Я в шоке, честно. Я в шоке. Нахуй я этот пак открыл, ебать. Ну все, блядь, сейчас в аренду посыпется говна всякого. Блядь, реально, одних и тех же даются, вы замечали? Вот в аренде хотя бы они увеличивали бы шанс на что-то хорошее. Вот за что я должен, блядь, играть? Вот скажите мне, пожалуйста, одни квиксельные бичи, вы ебанутые там совсем? Идите нахуй, блядь, сами жрите это говно. Ну что, пик на героя, полетели. Так, 70 везуха, 55 защита, дриблинг неплохой, удары 89, скорость 89. Это французский напад, гаву. Блин, я узнал этого парня. Неплохо, неплохо. Еще одна карта с дриблингом 90. Что это? Это Бролин. Ну, тут уже без восторга. Ну, окей, гаву забираем, как суперсапчик пойдет. Кстати, я забыл отметить. Тут же это Пуки 1 плюс 1. По сути, он мне вытащил самый первый и самый эпичный матч. Конечно, тяжело тут быть объективным по карте, но свою частичку истории он внес в этот выпуск. Надеюсь, опять же, он вам понравился. Карточки все съебались, собственно, как и я. Всем пока. Ну и ближе к ночи, ребята, я сидел, открывал всякие говнопаки, и посмотрите, чё мне нахрен упало. Арауха за 400 с хером тысяч в каком-то бич-паке за сборку какого-то говна. Забавно.